равновесие. Юхар, признайтесь, а вы жалеете, что в финале года не играет команда Касумова? Немножко жалею, да. Немножко жалеете. Но да. Вот этот ваш вопрос, Юхар, не выпал на прошлой игре Олеся Мухина и на игре Андрея Козлова, а вот неделю назад не выпал другой ваш вопрос. Почему Волчок все время обходит ваши вопросы стороной, как вы считаете? Не знаю. Но зато сегодня на финале года выпал. Внимание, черный ящик. Господин Мухин, если вы не запоминаете, не успеваете записывать такие короткие вопросы, как был предыдущий, то здесь я вам ничем помочь не могу. И не просите меня потом переговаривать. Можно сказать, что для кого-то спутником того, что сейчас находится в черном ящике, стал летающий объект. Для кого-то таким спутником стали литературные произведения. Для кого-то кулинарный изыск и некий предок. А для кого-то современное устройство. А теперь, внимание, вопрос. Вот его запишите, очень важно. Что должно произойти, чтобы для кого-то подобным спутником того, что находится в черном ящике, стало то, что сейчас находится в черном ящике. И что же там? Не может быть две совы, да? Бриллиантовая сова и сова из гнезда. Мы должны выиграть. Да, например, еще раз, значит, летающий объект. НЛО, да? Спутником того, что находится в черном ящике. Летающий объект. Современное устройство. И, а третье, кулинарный. Четыре. Какой может быть современный устройство? Телефон, например, мобильный. Давайте просто придумаем, какие летающий объект, шарик воздушный. А сколько вариантов сов вообще у клуба? Четыре? Больше? Бриллиантовых нет. Это только у Сутакова. Кулинарный изыск и бред, да? Может быть, это вопросы, которые звучали, на которых выигрывали команды. Вряд ли, ну, слушайте, давайте другое что-нибудь. Зрители придумаем. Выигрывали, а эти академики не могли получать за эти бриллиантовые софт? Ну, кулинарный изыск. Они давайте другое что-нибудь придумаем. Что хотим одну версию. Если то, произойти 50 игр какой-то. Нет. Пройденных. Литературное произведение, кулинарный изыск. Конечно, ведь это же опыт сезона, может, яркие вопросы, ответы на зарение на это самое. О, да, Денис, да, то, за что давали приз за самый яркий ответ. И вот за него сейчас дадут такой приз. Если это будет яркий ответ, там, да. Да. Короче, Денису Лагутину должны дать значок за самое яркое только что озарение на 55-й секунде. Правильно? Денис, ты это сейчас будешь отвечать, не стесняясь. Хорошо. Это 10 секунд же было. Кто отвечает? Денис Лагутин отвечает. Прошу, Денис. Господин ведущий, а вы можете повторить вопросную формулировку? Что в черном ящике? В черном ящике значок за самый яркий ответ в клубе, который ежегодно вручается. А что должно произойти? Дойти для того, чтобы для кого-то подобным спутником стало то, что сейчас находится в черном ящике. Так, что должно произойти? Ну, мы должны ответить. Ты должен. Я должен ответить. Давайте хором не отвечать. Я сейчас не зачитаю ответ. Должно произойти что? Ну, мы должны правильно ответить на этот вопрос. Должно произойти яркое озарение. И вот тогда вот то, что находится в черном ящике, станет, ну, вот, спутником того, кто отвечает на этот вопрос. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Да. Тихо. Патиссон НЛО для Алены Повышевой, литературный суперблиц для Бориса Белозерова, фаршированная маслина и вопрос про эхо для Елизаветы Авдеенко и флешка для Никиты Баринова. В нашем черном ящике приз за лучший ответ года. Господин Лагутин, а если этот ваш ответ признают самым ярким в этом сезоне, то спутником вашего приза станет сам приз. Ну, с грехом пополам, 5-4 в пользу знатоков. Йовхар, но, к сожалению, в последний момент на ваш вопрос ответили. Вы расстроились? Нет. Нет? Вы рады? Вы рады, что наконец сыграли? Да.
Десятый раунд. Благодарю вас. Вытянуть это было невозможно. Молодцы. Сейчас спокойно играем и берем вопрос. Самое главное, господин Мухин, что вы так быстро нащупали принцип, но не могли, пока Денис Лагутин вот не подал идею самым ярким ответом года. Ну что ж вы, Денис, так не смогли четко сформулировать? Господин ведущий, если бы повторили вопросную фразу, я бы, конечно, очень четко сформулировал. Но из своих каракуль... А, ну вы спросили, что в черном ящике, на этот вопрос я четко ответил. А все остальное я из своих каракуль не смог разобрать, к сожалению. Вот, извините. Карабулак. Спокойно. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, поселок Карабулак, Казахстан. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, здравствуйте. У вас как со связью? Я вас отлично. И мы вас хорошо услышим. Николай, смотрите, какая ситуация. Вы уже 10 раз играли против знатоков. Наверное, вы в своем поселке просто знаменитость. Ну, узнают люди. Да? А что говорят при встрече? Разные говорят. Ну, как-то говорят, мы теперь каждый раз смотрим, не пропускаем, что где, когда. Ну, когда включаем, хорошо. А вдруг тебя нету и даже трэш. Николай, а еще обратите внимание, раньше вы чаще проигрывали, 6 раз из 7, да? А в этом году 3 выиграли, причем все вопросы были связаны с воспоминаниями Леонида Утесова. Скажите, я ему портрет повесил. После этого, да? Николай, а можно вас назвать профессиональным игроком команды телезрителей? Сколько вопросов в год вы отправляете? Ну, сейчас кто-то надо мной... Я около в год отправляю. Можете повторить? Я отправляю в год вопросов. Много? Просто много? Много. 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 Ну, хорошо. Уважаемые знатоки, этот вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В своих воспоминаниях актер Василий Ливанов рассказывает, что его родители близко дружили с Валерием Чкаловым, и знаменитый летчик часто приходил к ним в гости. Бывало, что застолье затягивалось, и тогда Валерий Павлович начинал странно гримасничать. Однажды мать актера решила узнать, в чем же дело. Уважаемые знатоки, так в чем же было дело? Глики зевал как-то. Моргает. Неудобно ему. Нет, подожди, может, он так зевал. Сапоги стягивал. Да, да, да. Знаешь, ну, типа, когда ты под столом так снимаешь обувь, и так... А когда затем, а он же за столом обычно в сапогах сидел? Ну, в военной форме сидит. Хорошо, а если он действительно стеснялся зевать? Да, он что-то делал. Давил зевот, может быть. Давил зевот, интересно, например, что поздно засиживался. Мне сапоги очень нравятся. Затягивал. В туалет хотел. Спать хотел. Проблемы со зрением какие-то. Затягивал. Ну, ночью. Ночью, да, это лучше. Кисло, когда тебе кисло, ты гримасничаешь. Что-то кисло. А почему? Яблоки лежат. Смотрите, я не знаю, нужно ли, если я правильно считаю, это все происходило в присутствии однолетнего ребенка максимум. Ливанову 85 в этом году. Ну, про зевоту спрашивают. Воспоминания нам сказали. Да, но это неинтересно. Еще кроме этого. Он как-то обычно. Он пытается не уснуть. А ремень, он никак не мог ослабить? Да, вот он все-таки в форме сидит. Жевал ли он, чтобы не видно. То есть нам показали вот эту часть, а неизвестная это внизу. А что он в гости в сапогах сидел? Хорошо. Кто будет отвечать? Ответит Николай Крапель. Прошу вас, Николай. Ну, такая немного дурацкая у нас версия. Что Чкалов, как ему казалось, незаметно от остальных участников застолья, стягивал обувь. Ну, возможно, сапоги. Мы знаем, у летчиков были такие большие сапоги. Ну и, в принципе, непроизвольно. Ты когда так снимаешь обувь, я на всякий случай не буду сейчас показывать, начинаешь гримасничать. Как? Ну, так... 6-4. Счет 6-4. Команда Олеси Мухина становится лучшей командой 45-го юбилейного сезона «Что, где, когда». Ей вручается хрустальное гнездо. Обладателями хрустальной совы становятся Дарья Соловей, Денис Лагутин, Вера Рабкина, Николай Крапель, Станислав Мереминский,
И Алис Смугин теперь уже трехкратный обладатель «Хрустальной совы». Но есть победители и среди телезрителей. Счет 6-4. Счет 6-4, поэтому призовой фонд делим на 4 части. Таким образом, по 654 тысячи рублей от банка ВТБ получит Татьяна Голосовская из Таганрога. Вопрос о пейзажах. Ирина Гуляева из Химок. Вопрос о Венере Милосской. Ольга Сорокина из Санкт-Петербурга. Вопрос о маске. И Валерия Егина из Ногинска. Вопрос о Елизавете. А сейчас внимание. Начинаем, вернее, продолжим церемонию награждений. И начнем мы с приза за самый яркий ответ года. Для меня этот приз самый важный, потому что ради ярких и неожиданных ваших ответов, на мой взгляд, мы и играем. В 2015 году, напомню, победителем стала Алена Повышева, затем Борис Белозеров, затем дважды Елизавета Авдеенко, в прошлом году Никита Баринов. А в этом году мне бы хотелось отметить ответ Дмитрия Авдеенко на вопрос «Парагубы». Вы знаете, Дмитрий, может быть, и на ваш взгляд не очень сложный вопрос, но вы очень красиво на него ответили. Просто это было красиво и очень эстетично. Также мне хотелось отметить ответ Бориса Белозерова на вопрос об окнах. Борис, там и решение было очень яркое, и победу оно вам принесло. Ну и, конечно, сегодня Денис Лагутин. Денис Лагутин сегодня отличился, хотя, конечно, такой ответ вы дали не до конца внятный. Но приз от ведущего, поэтому споры здесь излишни. И я считаю, что самым ярким ответом этого года был ответ Михаила Муна про страусов. Михаил, я вас поздравляю, вы становитесь обладателем приза за самый яркий ответ 2020 года. Господин Лагутин, именно это вы и не придумали, что еще должны ваш ответ признать самым лучшим. Не просто вы получите, а признать должны самым лучшим. Недостаточно взятого Но очка. Сейчас будет определен лучший игрок 2020 года. Господин Череметинов, кто получит сегодня «Хрустальный атом»? Кто, на ваш взгляд, был лучшим сегодня? Господин ведущий, на сегодня команда играла ровно как команда. Почти все игроки, 5 из 6, дали по правильному ответу. Но больше правильных ответов сегодня дал Николай Крапель. Николай Крапель, «Хрустальный атом» ваш. Напоминаю регламент. Если кандидатуру, предложенную Андреем Черемисиновым, поддержат магистры, то решение будет принято. Если нет, придется решать мне. Госпожа Авдеенко, начнем с вас. Да, господин ведущий, для меня выбор сегодня стоит между Денисом Лагутиным, который объяснил Олесю его версию про теннис и придумал отличную версию на 55 секунде с черным ящиком, и Николаем Крапелем, который ответил на вопрос про хокку и, на мой взгляд, ответил на очень сложный вопрос про обувь. И я отдаю свой голос Николаю Крапелю. Николаю Крапелю. Так, господин Поташов. Ну, вы знаете, я вообще предполагал, что выбирать сегодня будет сложно, потому что есть из кого в команде выбирать, но оказалось, что выбор совсем простой. Николай Крапель. На ваш взгляд, Николай Крапель. У вас, Максим, у вас даже нету никаких сомнений по этому поводу. У меня нету. Господин Козлов. Я чуть-чуть времени займу. Это был уходящий год сумасшедший совершенно. Год, в котором все перевернулось, все было не так, как должно было быть, когда планировалось. И господин Лагутин вообще в этом сезоне играть был не должен. Он пропускал сезон, у него не было команды. Вот удивительная история ведь на самом деле. С другой стороны,
Когда счет стал, сколько там, 4-4, казалось, что команда поплыла, и она сейчас может промахнуться и не выиграть. И перелом наступил, и победа случилась. Я абсолютно...